Здравствуйте! Прогноз на четверг. Погоду в Челябинской области определяет антициклон. Сегодня обойдется без осадков, но пока еще будет прохладно, и температура останется ниже климатической нормы на 5-6 градусов. На Южном Урале сегодня переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду. В Верхнем Уфалее днем минус 1. Такая же температура в Южноуральске. В Златоусте, Троицке и Карталах 0 градусов. В Магнитогорске и Сатке плюс 1. В Челябинске переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный со скоростью до 10 метров в секунду, порывистый. Днем воздух прогреется до плюс 2. Атмосферное давление поднимется выше нормы. Прогноз составлен по данным Центра ФОБОС. Удачного дня! Телеведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр «Капитоль».